Что вы врете бесконечно? Научитесь хоть чуть-чуть правду говорить. Вы же сейчас не в Думе. Вас, может, и не покажут ни по каким каналам. Ведь на самом деле, вот я считаю, что общество и Дума, да, это просто исчадие какой-то злокачественной информационной опухоли. Да? Вот вас приучил этот хозяин врать, и вы с той или иной степенью таланта это делаете. Только имейте в виду, он уже пожилой человек, он уйдет. А вам еще жить. И смотреть в глаза детям, внукам. И рассказывать, что вы при этом негодяй, который войну затеял с братской стороной, что вы при нем говорили, и как вы себя вели в это время.